Первыми интерес к аварийным дому номер 8 по улице Октябрьской проявили соцсети. Построенный в 1949 году, дом пришел в полную негодность. Сгнили все трубы, потолки во многих квартирах готовы вот-вот обвалиться на головы. В этих ужасных условиях проживает труженица тыла Антонина Абрамова. На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов жестко поставил вопрос о необходимости решения проблемы жильцов дома. Это ладно, вот еще руководитель общественной палаты поднимает этот вопрос, там вот, что называется, выловил эту информацию, показывает, хотя вы и без него должны выловить. Ну, я не знаю, кто это. Ветеран Великой Отечественной войны, как Александр Александрович вот здесь сейчас читает слова человека. Или это дитя войны. В общем-то, без разницы. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что это свидетели войны. Это люди, которые видели войну. И не просто видели, а сделали все, чтобы, так сказать, там мы победили. Губернатор посетил семью Антонины Абрамовой, чтобы на месте разобраться в ситуации. Глава области отметил, что никакой косметический ремонт в таких условиях не поможет. Первоначальные сроки расселения дома уже перенесены с 2028 на 2021 год. Но губернатор отметил, что и это решение является полумерой. Правительство во главе с Александром Александровичем, администрация города во главе с Сергеем Сергеевичем представило мне предложение по корректировке нашего бюджета и по изысканию средств для того, чтобы расселить этот дом. Разговор идет о 20 миллионах рублей. Губернатор дал чиновникам неделю на размышление и принятие решения о расселении дома. Глава области напомнил, что все живые свидетели Великой Отечественной войны должны жить в комфортных условиях. Егор Титов, новости Управда ТВ.